индикатор для бинарных опционов QuantNRP. Осцилляторный индикатор для бинарных опционов QuantNRP не имеет сложного функционала и большого количества настроек. Он создан на основе трех популярных индикаторов – Stochastic Oscillator, Relative Strength Index и Momentum. Благодаря слиянию этих осцилляторов в один индикатор мы получили усовершенствованную версию стратегии по дивергенциям. Скачать индикатор QuantNRP и уже настроенный шаблон под него можно на нашем сайте по ссылке в описании. Устанавливается индикатор в терминал MetaTrader 4 стандартно, а кто еще не знает, как это сделать правильно, ищите ссылки на статью и обучающее видео в описании. После установки настройки индикатора оставляем без изменений. Правила торговли с помощью индикатора QuantNRP. С помощью данного индикатора мы будем искать на графике дивергенции, которые будут сигнализировать, что тренд собирается измениться. Если вы хотите разобраться, как визуально выглядят бычьи и медвежьи дивергенции и какие они бывают, на нашем сайте в статье есть схема, которую вы можете внимательно изучить. Ссылка на статью будет в описании. Можете и сейчас, нажав на паузу при просмотре этого видео, и внимательно ознакомиться, что такое дивергенции. Обратите внимание, что стрелочки на картинке указывают направление нашей сделки в случае нахождения дивергенции. В основном все дивергенции похожи, поэтому немного понаблюдав за индикатором, вы быстро научитесь их определять. Таймфрейм для этого индикатора лучше использовать 5 минут, хотя и на остальных периодах времени индикатор показывает хорошие результаты. А теперь давайте рассмотрим все на реальных примерах. Использовать будем различные валютные пары с высокой волатильностью на таймфрейме 5 минут. Итак, примеры для открытия опциона Call. А теперь примеры для открытия опциона PUT. Дивергенция во флете тоже дает профит, хоть и рекомендуется ждать, когда начнется тренд. Но если и открывать сделку во флете, то лучше это делать с экспирацией от 2 часов. Заключение. Очевидно, что дивергенции работают отлично в любую сторону. В этом видео мы показали примеры только на таймфрейме 5 минут, но и на других таймфреймах дивергенции тоже показывают себя хорошо. Если говорить об индикаторе для бинарных опционов QuantNRP, то он хорош тем, что его можно использовать без каких-либо вспомогательных инструментов. И хорошо добавить как фильтр для своей системы или стратегии в торговле бинарными опционами. Не забывайте о том, что тестировать любой индикатор лучше всего начинать на демо-счету. А соблюдение правил мани и риск-менеджмента помогут сберечь и умножить ваш депозит. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. Спасибо вам за внимание, успешной торговли!